Прямо сейчас за этими дверьми идет спектакль, в котором играют особенные актеры. Это ребята из театральной студии «Неравнодушные», Центра социальной поддержки «Равные». А история, которую они рассказывают, о поиске душевной гармонии и поиске себя. Одна из актрис постановки «От истоков души» – Виктория. Девушке 16, а в театральном искусстве она уже около 3 лет. Но на этом ее творческая занятость не заканчивается. Я занимаюсь танцами. И вот. И рисую, и на компьютерах занимаюсь, и второй театралкой занимаюсь. А весной 2023-го Вика стала победительницей регионального конкурса красоты для особенных девушек «Золушка». В спектакле, как и другие ребята, Вика играет дерево. И это ей по душе, ведь любимое средство выразительности – пластика. Слов тут нет, главное – эмоции. Спектакль уже 3 раза играли в стенах областного центра народного творчества и театра «Свободное пространство». На площадке драм-театра «Русский стиль» прошел 4-й показ. Идея постановки возникла около года назад, а вдохновением послужила «Лесная чаща». Вроде мы все в одинаковых костюмах, но действительно ребята проживают разные эмоции, как у разных деревьев, они же по разной форме, разный характер. От почетных гостей представление получило наивысшую оценку. Ребята демонстрируют практически первоклассное актерское мастерство. И уже не первый спектакль я смотрю, который погружает, знаете, в работу души. А в конце спектакля актеров ждали не только овации зрителей, но и новые возможности проявить себя. Ребят приняли в ряды активистов регионального отделения движения «Первых», а на базе центра «Равные» открылось первичное отделение. Актив нашего центра – это творческие ребята, которые тоже хотят влиться в этот интересный, в это движение и поучаствовать во многих проектах и показать себя, потому что у нас много творческих проектов, которые будут интересны не только региону, но и всей стране. Посвящение в «Первые» прошло в рамках федерального проекта «Равные возможности», который не так давно стартовал в нашей области. У нас сейчас на первом этапе есть разделение по спорту и по различным встречам. То есть ребята встречаются также с людьми с ограниченными возможностями. Эти люди, наставники, скажем так, рассказывают о том, как им легко или сложно приходится жить. В ближайшем будущем первичное отделение собираются открыть в школах города, где учатся ребята с ограниченными возможностями. Пока что подсчет юных орловчан, присоединившихся к программе, не ведется. Но и это в планах. Елизавета Юкович, Дмитрий Дергачев, телеканал «Первый областной».